Новый король Великобритании Карл III прибыл в Букингемский дворец после официальной церемонии в Сент-Джеймском дворце в центре Лондона. В течение первого дня своего правления Карл III встретился с духовным главой церкви Англии, архиепископом Кентерберийским, членами кабинета министров, лидерами оппозиции, настоятелем Вестминстерского аббатства. God save the King. For His Majesty the King. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! В воскресенье прокламация об объявлении Карла III королем будет оглашена в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Новый монарх подтвердил, что продолжит передавать в государственную казну часть доходов британской короны. Я глубоко осознаю величие наследия моей матери и тяжесть обязательств суверена, которые сейчас перешли ко мне. Принимая их, я обязуюсь следовать вдохновляющему примеру, поддерживая конституционное правительство и стремясь к миру, гармонии и процветанию британских островов, а также королевств и территорий содружества во всем мире. And territories throughout the world. Лондонский Сити приветствовал артиллерийским салютом новость об объявлении Карла III королем Великобритании. Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится до дня похорон Ее Величества. So help me.